Во Франции основные кандидаты на президентский пост встречаются с избирателями. На правом фланге националист Марин Ле Пен. На левом – кандидат социалистов Бенуа Амон и независимый кандидат Жан-Люк Меланшон. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен обещает вывести страну из зоны евро, провести референдум по выходу из ЕС и ограничить доступ к рынку труда для иностранцев. Ее политическую платформу раскритиковал один из явных фаворитов гонки – Эммануэль Макрон. По данным соцопросов, если Макрон выйдет во второй тур против Марин Ле Пен, то его поддержат две трети французов. Макрон выступает от имени созданной им партии «En Marche». В эти выходные оба кандидата начали свои встречи с избирателями в Лионе. Уверяю вас, никаких стен в моей программе нет. У нас есть европейские границы, и именно они обеспечивают нашу безопасность.